Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это мужская Дота, вы знаете, с кем мы начинаем. Вот Семочка против меня, как это мило. Клинкс. Ни к селу, блядь, ни к городу. Я, кстати, за БХ довольно хуёвенько играю, потому что, блядь, не играю. Сука, жирный огар, у него уже, блядь, хп больше, чем у меня в 10 раз. О, отлично, Бэйн автоатачит крипов, обожаю нахуй. Это прям лучшее, что может случиться с тобой в жизни. Ну ясно, ЦМ-ка добивает крипов, а Бэйн автоатачит крипов. Ну, равносильные саппорты, блядь. Качаю инвиз, пока не поздно, блядь, с таким Бэйном нахуй нас сольют. Через скоро, если вкратце. Ебло, блядь. Я, блядь, заавтоатачил крипа. Ебло тупое. Бэйн, сука, хватит автоатачить крипов. Ебла кусок. Сука, в сложной стоим, он еще, блядь, пушит лайну своей ебаной автоатакой. Че он качает, интересно? А, ну конечно, конечно, Nightmare, конечно. Как же Бэйн без Nightmare? А первую он вообще не будет качать. Правда, вообще-то да, первая здесь против этой конкретно лайны довольно бесполезная. Да, Бэйн, еще больше автоатаки. Ну, кстати, у меня неплохой крипстат. Ну, как неплохой? Такой себе. Не самый плохой, скажем так. Видали и похуже. То, что кристалка не харасит, тоже радует меня. Да и этот еще ни одного стана, блядь, не дал. Ну зато Бэйн две разные цели хуячит вообще просто так. Ну все, у Бэйна нету маны. А он даже и не подумал, блядь, о том, что надо рецепт на Soul Ring купить. Да ему похуй как, наверное. Конечно. Бэйн без маны, это, блядь, все, о чем можно мечтать, нахуй. А, Сентри. Пизда-то, блядь. Просто Сентри нахуй поставил, а Бэйну похуй! Ну и нахуй ты вкачал свой Найтмэр, если ты его не юзаешь, ебло тупое, просто всю ману проебал, блядь, на лайне, дебил ёбаный. Кусок говна, блядь. Так, нет. Да сука, а где мой ТП? Я его еще не купил, что ли? Бэйн, говна, еблан, блядь, вонючий. Сука, Nightmare в одного, блядь, вернее, какой-то, как это хуйня? Брейнсап в одного, брейнсап во второго, нахуй. А то, что, блядь, надо убивать как-то кого-то, да, похуй. О, зато себя он, блядь, спас, конечно же. Чё, прийти? Нет, я шестой. Ай, ясно, блядь, Сентри. Да ёбаный ты в рот, нахуй! Сука. Просто useless.
Просто нахуй два варда поставили, и все, меня расконтролили нахуй. Че он делает, блять? Опыт не получает. Я сказал, съеби слайна, и он ушел нахуй под Т2. Зачем мне опыт от крипов? Сука, такой еблан. Я хотел, чтобы он, блять, к вам в триплу пошел нахуй, или кто? Так я-то на мид как бы. Ну, к тебе на мид. Мне вообще похуй, куда это ебло бесполезное съебется. Это ебло автоатачит крипов, сука. Ни одного крипа не заденайло нахуй. И, блять, уже два раза из-за него сдох, потому что это ебло качает всякую хуйню. Ну, блядь, конечно, зато БХ, нахуй, бесполезен потом будет. Ёбаные стики на четверке, сука, я на С, нахуй, жал. Ну, кристалки кончились. Фёстблад на какой минуте был? Расскажи мне тайминг. Я? Да. Я ебу? Не знаю. Заебись. А у них тут еще стоит вард против меня. У них прокаст жесткий, я ебал. Сука, и инвокер санстрайк кинул. Ебал в рот просто эту тиму, блять. А Бэйн где? А где Бэйн? А он в лесу на отводах будет качаться теперь. А, на отводах, когда нету крипов, блять. Да, он, блять, гений просто. Сука, зарепорти его, если у тебя есть репорты, нахуй. Просто джиниус, нахуй. У тебя есть Вендетта? Да. А куда я ты идешь? Потрачу ее на СМ. Жди меня, блядь, ты ее не убьешь соло. Я ее убью. Да похуй, мне опыт нужен. У меня ульта и ДД. У них, блядь, варды там стоят, они меня с помощью них убивали. Ну, у меня сейчас ДД закончится. Да и хуй бы на него. Я подойду, блядь, лучше всякого ДД. Че, ебаем СМ-ку. Нет, огра. СМ-ку, я сказал. И огра. Ну? А, ну, блядь. Ебать ты нахуй. Вот и все. Че вот и все-то, блядь? Ёбнули. Без трека. Ха-ха, инвокер со страйк, ёбну. Сука. Ну тут вроде как уже должен был пройти вард. А, Хускар! И вард, естественно, не прошел, блядь. Естественно, она поставила новый вард. А, ну, конечно, они покупают, блядь, варты. Почему, сука, против меня, когда играют, блядь, люди? Они, сука, знают то, что против инвизеров надо покупать варды и досты, нахуй. Почему такое бывает только, когда, нахуй, я за инвизеров, а моя команда всегда ебаные генераты, типа Рубика, блядь, из прошлой игры? Кто мне, нахуй, скажет об этом? Просто, блядь, ответьте на простой вопрос. Какого хуя? Какого хуя, блядь, только в противоположной, нахуй, команде? Я просто ебал в рот такие расклады, блядь. Пришел Бэйн до сих пор пятый, блядь. Ушел от меня пятым, блядь, полчаса назад. Клинкс тоже автоатачит крипов. Лучший, нахуй. Просто лучший. И против Клинкса, я уверен, тоже куплены варды, блядь. Никс Вендетту проебал. Зачем ты Вендетту проебал? Ну,
generation. Yes. Хускар просто, блять, выносит в хлам. Идите нахуй со своими предъявами, блядь. Вообще похуй на вас. Пиздец. Чё это ебло делает? Задинаить меня пытается, на. Сука, у них повсюду варды нахуй стоят. Ну почему мне не попадаются, блядь, саппорты, которые покупают варды нахуй? Варды, охуеть. В пабе варды, блядь. Да я вообще не знал, что такое бывает нахуй. Варды нахуй. Вон, Бэйн так охуенно раздевардил, блядь, меня, когда здесь были нахуй варды. Пришел прям с энтри, поставил, чик-чик-чик, даст купил, варды просветил. Не уверен, правда, что так можно. По-моему, можно. И все, блядь, у него пиздато. Бэйн красавчик, если вкратце. Как убивать Хускара? Хуй его знает. Хотя у нас мэджик дамага не так уж и много, а физикал у него нету резиста. Только от обычного армора, блядь. Инвокер. Ща ёбнем. И, конечно же, был поставлен против меня вард. Конечно же. А где был Бэйн в это время? Он не ультанул, но у него нету маны. Наверное, он, блядь, я хуй знает, что он сделал. Все спылы заюзал, наверное, все самые полезные и неполезные, блядь. И Клинк сдох. Вот это саппорт, вот это полезный, нахуй, саппорт. 15-я минута, нахуй, нет сапога, нету... Нихуя вообще, нету куры и грейжиной. Саппорт нахуй. Ну хули, я здесь долбоёб, конечно, 2-5, блядь. Против меня два жестких, блядь, дизейблера, вернее, нюкера. У меня счет 2-5, я долбоёб. Ну, потому что, блядь, наверное, так... повелось. То, что когда тебя убивают, нахуй, два таких жестких гангера, то ты долбоёб. Чё ты здесь делал один? А Бэйн от крипов бегает, блядь. Конечно, блядь, Кунка ни по кому нахуй не попал. Конечно, мультикаст по мне прошел. Сразу же все, блядь, миллиард нахуй станов. А где остальные?
А здесь был только Кунка, который за всю эту, блядь, ни удара нахуй не совершил. И все. А Бэйн? А Бэйн фармит. Сапог уже есть. 16 минута, сапог. Кура до сих пор не грейшная, Бэйн. Красавчик. Почему? Откуда? Кто их рожает, блядь? У них Фурион хоть в драках не участвует, пришел нахуй и запушил. Правда, он запушил, блядь, 3 раза крипа ударил, но тем не менее у него аганим почти есть. Хотя это аганимный фура, это долбоеб тоже кусок вообще дебила, блядь. Тем не менее, нахуй. У меня Владмира нету. Я соберу себе Владмир. Потому что у меня Владмира нету, я даже в лесу не смогу нормально фармить. Ну а хули поделать-то? Чё поделаешь? Ничего не поделаешь. Такая игра. Ой, все резко пошли в лес фармить всякие кунки. Ну, конечно. Почему нет? О, големчики, повезло на големчиков. Блять, Бэйн тупой, это пиздец. Правда? Да нет, что ты, смотри, ультанул. Видал? Какой ульт? Мастерский. А ты и говоришь... Блин, еще, блядь. Ты говоришь тупой. Это мистер ульт 2013, нахуй. Ну, этот всех крипов нахуй зафармил. Ебла кусок. Your bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Ah, go pre-ra. О, у меня вылетело. Да, у меня вылетело. Значит, эту игру нам не засчитают. Ну хотя бы, блять, Бэйн в статистике этот позор, блять, не отобразится. А, у меня вообще интернет выпалил, блядь. Ну что ж, вы знаете, что делать. Подписывайтесь, там супер видео, бла-бла-бла, быстренькое, клевое. Дота, радостная игра, позитивная очень, очень мне нравится. С вами был Сет, до свидания.